Теперь давайте отправимся в Ялуторовск. В городе декабристов решили воссоздать по крупицам образ купчихи Екатерины Гусевой. Ее бюст собираются установить на Зеленом бульваре. О том, какой вклад внесла эта женщина в становление Ялуторовска и за что ей так благодарны горожане, уточнит Карина Закирьянова. Бюст Юлии Друниной появился в этом сквере первым. Позже к поэтессе присоединился и ялуторовский купец Балакшин. Еще один видный исторический деятель города декабристов. Скоро в этом сквере знаменитых ялуторовчан появится еще один бюст. Бюст Екатерины Гусевой. Только не путайте с актрисой из популярного сериала «Бригада». А кто же она такая? Давайте выясним у горожан. Екатерина Гусева – это была меценат, первый человек в городе, который построил мельницу. Это не провели, считай, здесь линию железнодорожную сделали рядом. Это купчиха наша местная, которая вот построила крупяной завод. Абсолютно верно. Екатерина Гусева многое сделала для города, но ни одного ее портрета не сохранилось. Потому местному скульптору Владимиру Шарапову работать было одновременно интересно и сложно. Художник изучил моду на платье и прически тех времен, архивы, воспоминания очевидцев. В итоге получился образ авторитетной бизнес-вумен. Не та купчиха, которая начала 19 века, вот именно уже настоящий капиталист того времени, то есть предприниматель. Даже полиция, говорили воспоминаниям, что полицейский, проходя рядом, он отдавал честь. То есть женщина имела очень большой авторитет в городе. Пока бюст выполнен из гипса, позже его отольют в Красноуфимске из бронзы. Высота готового изделия вместе с постаментом будет 3 метра. Интересная деталь – украшение. Владимир Шарапов решил выполнить его в форме мельничного колеса. Такого же, как на гербе Ялуторовска. Кстати, если приглядеться, то лицо купчихи отдаленно напоминает все-таки тезку актрису. Я не знаю, вот, честно говоря, я не помню ее лица. Так что, если и попал, то совершенно случайно. Впрочем, на сходство купчиха Гусева вряд ли обиделась бы. След ее исчез в 1918 году. О детях тоже ничего не известно. И такая дань благодарности от горожан ей точно была бы приятна.